Продолжаем программу. В Хакасии похищали людей под видом лечения в реабилитационном центре. Члены организованной преступной группировки задержаны. В 2021 году двое жителей республики организовали благотворительный фонд «Ключ к жизни». Прикрываясь благим делом, они искали алка и наркозависимых людей или их родственников и убеждали, что требуется лечение. Жертвам обещали условия содержания, как в пансионате. Хорошее питание, отдых, наблюдение у квалифицированных врачей, в том числе психологов. Как оказалось на деле, людей фактически фактически держали в заперти в обычном частном доме на станции Хонах у Стебаканского района. Применяли насилие и при этом брали немалые деньги. К примеру, прошлым летом туда заманили супругов с алкогольной зависимостью за 30 тысяч рублей в месяц. Лечения они так и не дождались. Главарей банды троих участников незаконного бизнеса задержали. Еще двое находятся в розыске. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека группой лиц». Сколько еще людей пострадало от действия псевдоблаготворительного фонда, сейчас выясняется следствие.